В Верховном суде Азербайджана состоялось судебное разбирательство по кассационной жалобе в отношении 4 граждан Армении, входивших в состав террористической вооруженной группировки. Решение Бакинского апелляционного суда 26 ноября 2021 года было изменено в части, касающейся осужденных. Эти лица были приговорены к лишению свободы сроком на 1 год, 8 месяцев и 25 дней. Таким образом, срок их отбывания наказания считается оконченным. Они были освобождены из исправительного учреждения. Отметим, что члены вооруженных банд, состоящих из граждан Армении, были обезоружены в результате антитеррористической операции, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана 13 декабря 2020 года. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям члены террористической вооруженной группировки были приговорены к 6 годам лишения свободы. Напомним, что военнослужащие, задержанные после подписания главами Азербайджана, России и Армении трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года и объявление перемирия в соответствии с международными конвенциями, считаются не военнопленными, а диверсантами. Всех военнопленных, задержанных во время 44-дневной войны, Азербайджан Армении передал. Причем этот процесс был осуществлен быстрее, чем Армения передала военнопленных Азербайджану.